Сура Аль-Муджадила. Припирающаяся. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкание относительно своего мужа, и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах слышащий, видящий. Аллазина юзахируна минкум мин нисаихим ма хунна уммахатихим, ин уммахатухум илля аллаи валаданахум. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Те из вас, которые объявляют своих жен запретными для себя, говорят слова предосудительные и лживые. Их жены не матери им, ведь их матерями являются только женщины, которые их родили. Воистину, Аллах снисходительный, прощающий. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ. Те, которые объявляют своих жен запретными для себя, а потом отрекаются от сказанного, должны освободить одного раба, прежде чем они прикоснутся друг к другу. Этим вас увещевают. И Аллах ведает о том, что вы совершаете. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. Если кто-либо не сможет сделать этого, то он должен поститься в течение 2 месяцев без перерыва, прежде чем они прикоснутся друг к другу. А кто не способен на это, тому надлежит накормить 60 бедняков. Это делается для того, чтобы вы уверовали в Аллаха и его посланника. Таковы ограничения Аллаха. А для неверующих уготованы мучительные страдания. Инна ллазина юхаддуна Аллаха ва расулаху кубиту кама кубита ллазина мин каблихим. Ва кад анзална аятин байнатин ва лил кафирина азабун мухим. Те, которые враждуют с Аллахом и его посланником, будут унижены, как были унижены их предшественники. Мы уже ниспослали ясные знамения, а для неверующих уготованы унизительные мучения. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. В тот день Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они совершили. Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах свидетель всякой вещи. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы он не был четвертым, или между пятью, чтобы он не был шестым. Больше их или меньше, он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в день воскресения, он поведает им о том, что они совершили. Воистину, Аллах знает обо всякой вещи. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Разве ты не видел тех, кому были запрещены тайные беседы? Они возвращаются к тому, что было им запрещено, и тайно переговариваются о грехах, вражде и неповиновении посланнику. Когда они приходят к тебе, то приветствуют тебя не так, как приветствует тебя Аллах, говоря в душе, почему бы Аллаху не наказать нас за то, что мы говорим? Довольно с них гиенны. Туда они попадут, и как же скверно это место прибытия. Я айюха ллазина аману. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. О те, которые уверовали! Когда вы тайно переговариваетесь, то не говорите о грехах, вражде и неповиновении посланнику, а говорите о благочестии и богобоязненности и бойтесь Аллаха, к которому вы будете собраны. Иннама ан-наджва мин аш-шайтани лиахзуна аллазина аману ва лайса бидаррихим шайан илля биизниллах ва аля аллахи фальятаваккалил муъминун. Тайная беседа от сатаны, стремящегося опечалить тех, которые уверовали. Но это нисколько не повредит им, если на то не будет соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха. Я айюха аллазина аману, иза кила лакум тафассаху фил маджалиси фафсаху яфсахиллаху лакум. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. О те, которые уверовали! Когда вас просят на собраниях сесть попросторнее, то садитесь попросторнее, и Аллах одарит вас местом просторным. Когда же вам велят подняться, то поднимайтесь. Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Аллах ведает о том, что вы совершаете. Я айюха аллазина аману, иза наджайтуму ар-расула фа каддиму байна ядай наджуакум садака,
ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. О те, которые уверовали, если вы беседуете с посланником в тайне, то предварите вашу тайную беседу милостыней, так будет лучше для вас и чище. Но если вы ничего не найдете, то ведь Аллах прощающий, милосердный. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Неужели вы боялись предварять вашу тайную беседу милостыней? Если вы не сделали этого, и Аллах принял ваше покаяние, то совершайте намаз. Выплачивайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. Аллах ведает о том, что вы совершаете. Алам тара иля аллазина таваллау кауман гадиба Аллаху алейхим ма хум минкум вала минхум ва яхлифуна аля аль-казиби ва хум яламун. Разве ты не видел тех, которые дружат с людьми, на которых разгневался Аллах? Они не относятся ни к вам, ни к ним. Они дают заведомо ложные клятвы. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Аллах приготовил для них тяжкие мучения. Воистину скверно то, что они совершают. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути Аллаха. Им уготованы унизительные мучения. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ни имущество, ни дети ничем не помогут им перед Аллахом. Они являются обитателями огня и пребудут там вечно. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. В тот день, когда Аллах воскресит их всех, они станут клясться перед Ним, подобно тому, как клянутся перед вами, полагая, что это поможет им. Воистину, они лжецы. Истахвада алейхиму ш-шайтану фаансахум зикраллах. Улаика хизбу ш-шайтан. Аля инна хизба ш-шайтани хумул хасирун. Сатана одолел их и заставил их забыть о поминании Аллаха. Они являются партией сатаны. Воистину, партия сатаны — это потерпевший убыток. Инна аллазина юхаддуна Аллаха ва расулаху улаика фил азаллин. Те, которые враждуют с Аллахом и его посланником, окажутся в числе самых униженных. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Аллах предписал, победу непременно одержим я и мои посланники. Воистину, Аллах всесильный,
могущественный. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это преуспевшие.